Ну что, ребята, я перезапустила стрим. По-моему, все нормально. Проблема была в сервере. Потому что битрейт у меня вообще не проседает. Пока все хорошо, оно и будет хорошо, я не вижу, чтобы он падал. Вообще не проседает. Почему? Wait a minute. Сейчас, подождите. У меня стоял Амстердам, я поставила Милан. Так, сейчас, подождите. Подождите. Раз у нас резбухи пираты, сейчас все будет. Секундочку, просто вот буквально. Мы готовы. Так, сейчас я застегну, а то у меня кофта короткая. Пупок видно. Изи. Изи. Вот так решаются проблемы. Хоба. Все, продолжаем. Знаете, я боюсь, не будет жарко, эта штука очень теплая. О, спасибо, Олег, за струбицу. Куча полиция, что-то происходит. Мы играем в лесбух. Все в лесбиан сыграем. Все под контролем. Так. Все в лесбиан, это просто идеальное название. А подождите, я вам игру-то не включила! Господи, вот. Вот, все под контролем, извините. Would you like to do the honors, Longmax Silver? Окажете мне честь, долговязый Макс Сильвер. Долговязый, наверное. Готовый навигатор, найди мне сокровище. Битрейт! Сука! How am I supposed... Что? Доколе! Доколе! Я не знаю, было ли слышно это адское. Битрейт! Он просто взял и упал до нуля. Я не понимаю, почему. А потом такая херак, 6000. Здравствуйте. Но в третий раз я не буду перезапускать стрим. Потому что я слишком ленивая. To use this. The drawing on the lens. It should line up with something. Here goes nothing. Говорю, там рисунок на линзе. Надо понять, куда навести. О, смотрите, вижу зонт. Вижу зонт! Так. Во, он уже крутится, да? Смотрите. Ну, явно не так, по-моему. Твич. Это твич шакал вообще. Что-то пиратское, говорит, надо найти здесь. Не знаю, что. Вижу, подождите. Вижу цель. Вот же, не? Не. Ну смотрите. Почему нет? Почему нет? Я вообще не очень понимаю, что я делаю. Возможно. О! Оба! Смотрите, сейчас все будет. Вот так вот это должно быть, мне кажется.
Во! Вот! Got it! Yes! You rock! Where is it? Here? Okay, take a step right. Бла. No, no. The other Надо было... right. Да, да, да. My other right or your other right? Предли. My other right. Got it. Твич, козёл, ломает мне стрим. Ты ещё битрейта. That way. Perfect. Ломает битрейт мне. Клятый Твич. Идеально. Bingo. Пипец, они заморочились, придумали, вы это видите? Битрейт, чинись! Шакальство, ребята! Что происходит? Нужны шакалы в чат, чтобы восстановить эту ситуацию. Исправить, точнее. Во имя битрейта. Шакалы в чат. Пока мы ищем сокровища. Блин, господи! Я вот сейчас посмотрела, как они копают, и вспомнила, как они Рэйчел откапывали на помойке. Это было так же! Битрейт, вернись! Хватит падать! Больше шакалов, битрейт падает! Больше, больше шакалов! Пипец, он падает. Подождите, я на всякий случай пойду, уточню, ничего ли Дмитрий не качает. Потому что мало ли. Сейчас я все выясню. Подождите, подождите. Мерк, спасибо. Звон Шейкель, 4-й месяц на подарочных подписках. Ой, спасибо, Мерк. Спасибо, спасибо. Звон Шейкель, с возвращением. 4-й месяц уже. Держишь стрик, я погляжу. Я не знаю, что с Твичом. Steam у меня ничего не качает. Давайте я на всякий случай попробую закрыть Apple Music. Может, это он? Шакалит мне все. Хотя он был открыт все время трансляции. Так что не знаю. Это не то, что мы закопали, говорит. Нет, битрейт! Пипец, 0 и 8 тысяч. Откуда у меня 8 тысяч, если я даже не ставила? Что происходит? У всех такая фигня с Твичом? Мне просто интересно. Или только у меня? Что это такое? Я не знаю. Давай откроем. От кровавого Билла? Кто это? Я достану проигрыватель. Ага. Chloe's dad is such a goofball. Это батя Хлоя все сделал. Теперь битрейт вернулся и не падает. А потом херак опять будет 0, и потом херак 8000. И что мне с этим делать? Сейчас, подождите. Я должна это проверить. Недовольство. Недовольство. Все работает, да? Все стабильно. Ладно.
Ну, посмотрим, что здесь. Ahoy there, plankwalkers! It's me, Buddy Bill, the Pirate King. Забавно. Говорит, ахой, гулятели под доска. Как это нормально? Это я, кровавый Билл. Говорит, какого хера? By now you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. Сейчас вы можете увидеть, что я украл ваше сокровище, что делает нас... Как это? Mortal enemies. Ну, короче, заклятыми врагами. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary, I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed. And always remember, the real treasure is... Friendship. Love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Ах, это супер забавно. Я аж почти слезку пустила. О, это было мило. Ну, в общем, бать Хлои, он достал их клад и то, что они там закопали, и переложил это в бочку, чтобы была экстра защита от ветра и дождя. Говорит, я очень вами горжусь. И помните, что главное сокровище — это одна такая дружба, а другая — любовь. И он такой... как же там? В общем, чтобы они в колледж пошли. Не болей, Фан, не болей. Не болей. У меня, кстати, вот тоже горло болит. Но я вроде как лечусь. Ну как лечусь? Я не лечусь. В смысле, она вроде же не болит особо просто. Не, с батей еще все нормально, Плекс. Будем смотреть, что они закопали. Билли Кальмар. Он живой. It really is like a time capsule. Это реально какая-то капсула времени. No way! Не может быть. Chloe, look at Хлоя, посмотри на это. Мы писали we друг другу письма. Клёд, ветры, задувал, падающий. Chloe, главное сокровище, лишь бы хорошо учились. Говорит, я надеюсь, тебе весело быть тинейджером с твоим лучшим другом. Cute. Check it out. Ugh, Maxine. Только не переводы, пожалуйста. Как дела? У меня все хорошо. Это пятница 27 июня 2003 года. Это летние каникулы. Мы делаем капсулу времени для тебя и меня в будущем. И мы делаем ее в теме пиратов, в пиратской теме. Разве не забавно будет это найти? Вот несколько вещей, которые нам нравятся, что ли? Любимое животное, арабская лошадь. Оттер. Что такое оттер? Подождите. Оттер. Оттер. Сейчас я переведу. Выдра. Пф. Норм, любимое животное. У меня в детстве, по-моему, тоже лошадка была любимым животным. А у кого-то выдра. Предплюшка. В общем, у Макс это арабский скакун, у Хлои выдра. Любимая еда. Лобстер ролл. Ну нихера себе. У Макса кофейное мороженое у Хлои. Я сейчас пойду за сосиси в тесте.
Любимый урок в школе. Art of Library. Как это нормально? Библиотечное искусство, что? Наука. Чё, урок такой, что ли, у них был? Серьёзно? У Хлои. Лучшие друзья. Они друг у друга. В общем-то, да. Чё, кво? Как тебе дела, говорит? Чё насчёт тебя? Тебе уже 12 или больше? Какая у тебя любимая еда, фильмы и так далее? Ну, на этом всё. Надеюсь, тебе очень весело быть тинейджером с твоим лучшим другом. Ну, вы поняли. Меня битрейт задолбал, он падает. Он падает опять! Что с ним не так? Я не понимаю, я не понимаю. Ссаный битрейт! А никто не чекал другие стримы, там тоже так? Или это реально только у меня такая проблема? Там или, там off, а мне казалось, там or было, но о, ну вы поняли. А я прочитала как off и подумала, думаю, Art of Library, чё? Ладно. Битрейт шакал, но он вернулся вроде как. Так, ладно. Я опять упал! Что ж такое? Как сегодня стримить-то? This is so Chloe. Привет из 2003-го! Это запись того, как мы с тобой проводили дни. Угадаешь, что из этого настоящее? Ладно. Пред запорвал. Так, ну-ка. Мы вместе ходим в школу и сидим вместе за ланчем. Sleepovers — это тип ночевки они устраивают? По крайней мере, один раз в неделю. Мы очень любим, очень соленые прецели. У нас соревнование насчет того, боже, как нормально это перевести. У кого, в общем, они соревнуются, у кого быстрее получится уговорить родителей купить им домашнее животное. Мы собираемся жить вместе, когда что? Когда сможем себе это позволить или что? И будем... И что, они все покрасят золотой или что? Или я что-то путаю? Ну, прецели, да, это вроде крендель, если кто-то не знает. Но я не знаю, большие они крендели жрут или маленькие. На Арбате, я помню, летом ела раньше часто. Пока с работы шла, мы заходили, брали прецели и хомячили их. Так... We have battled many foes. А, мы сразились с кучей врагов и никогда... И все время, в общем, друг друга спасали. Что ж... Угадает ли она что-нибудь? Если ты угадаешь все, ты права, что ли, чё? Ладно, пусть будет так. You were really sweet. Oh man, I was really goopy. I like it. That's because. Выясняет, кто из них более классный. This is so cool. There's so much to look at. Что-то морёт кто-то. Is your mom going to mind about this mess? Don't know.
I thought they'd be home by now. Max, remember Scratch Art? Oh, I love this stuff. Минуточку. I'm gonna draw something. Сейчас, минуточку. All these memories. I want to look at everything. Я разобралась, кажется. Так, что? Нам нужно разобрать, что здесь происходит, да? Что здесь происходит? This container looks like it could last. Битрейт меня, честно, задолбал уже. Это просто какой-то кошмар. Ребята! Я не могу! Почему? Еще на кухне орут. Ух ты. This looks like the punchline to something. Where's the rest? Норм, картинка. These are awesome. Chloe's always been good at making up cool things to do. The chopper. Летающий велосипед они тут придумали. А, это чтобы искорку выдавать. A time capsule. Most of these are pretty far off base. It's so hard to predict the future. Maybe it's better to enjoy the present instead. Еще и переводить кучу всего надо. Доколе! Это что нам? Правила на будущее? Или наставление? Или что это? Predictions. Predictions. Я гуглю. Ну, в смысле, перевожу. Прогнозы, предсказания, пророчества. Ладно. Предсказание на будущее. Мы все еще тусуемся вместе. Больше, чем с кем-либо еще. Мы обе средней популярности. Мы обе встречаемся со своим вторым парнем. Или что? Живот бурчит. Мы не принимаем решения, не посоветовавшись друг с другом. The Tolkien School of Our Enemies. Что? Говорящий череп наших врагов. Что? У нас обоих есть животные домашние. Хлоя посетила Антарктику. Макс, чё? Макс тоже могла бы, если бы хотела. У каждой из нас есть младший брат или сестра. И мы хорошо в школе учимся, справляемся. Вот. Перевела. А я не знаю, есть сестра младшая. Я в детстве я не понимала тех, кто хочет себе младшего брата или сестру. Ну что, да мы вроде все посмотрели. Я реально не понимала, клятые наркоманы. Зачем? Зачем? А зачем? Что вообще? Так, ладно. Я забыла, что мне нужно делать. Тут есть фоточки. Сусноль, посмотрите-ка. А можно поиграть? Можно. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? Че, она хочет с Хлоей играть в ММО, когда они... Опа. А я думала, покажут, как это пятно от винища появилось.
Оказывается, нет. Оказывается, нет. Оно уже есть. No peeking at my work. I wasn't. Да что такое? Что мне нужно сделать? Я не прочитала. Помогите. Тут бюджет составляют. Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Понятно. Бюджет. Бюджет. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. Интересно, смогу ли я воссоздать это фото вместе с Хлоей? Типа они... Не, они... Плюшка Макс, ей об этом, сука, битрейт. Еще не сказала. Не показали, как пятно появилось, Триша Бишоп. Они не показали. Там просто были голоса на фоне или что-то такое, но конкретно какой-то катсценки не было. И я думала, ее покажут здесь. Но ее не показали. Давай! It's been awesome, huh? For real. I love when you stay over. Yeah. Я думала, тут покажут. Что мне нужно делать? Я не послушала. Я не послушала. Что у нас здесь? I love how Polaroid cameras make every photo look a little nostalgic. Говорит, нравится мне, как полароидные снимки делают любое фото таким ностальгическим. А я что, помыть посуду, что ли? Серьезно? Мне нужно было помыть посуду. Я в гости пришла или убираться? Я не понимаю, какого хера, ребята. Я убиралась с ним в комнате, теперь я у него посуду мою. Это что вообще за геймплей такой? Я для чего в игры играю? Чтобы потом идти в играх убираться и посуду мыть. Нет! Нет! Где маленькие лесбухи? Я не поняла. Что? Доколе? Извините. Я помыла посуду. So, can I see your drawing or what? Nope, not done yet. Что мне пропылесосить еще? И вообще-то да, я Ирел, только поесть в гости прихожу. Какого черта? У меня друзья рофлили, потому что я первое время к ним еще и одежду постираться приносила. Но я сама стирала. Я просто прижала с мешком и стирала одежду. Потому что у них клевая стиралка и сушка. Но то есть я такая, как в праздничную. Приехала с мешком одежды, закинула. Стирала стирку, потом перебросила, сушилку, точнее, вытащила, оно все сухое, чистенькое, да что ж ты. И уехала. Ну, я хороший друг, как вы могли заметить. В свое оправдание хочу сказать, что я в гостях готовлю иногда. Например, брауни или что-нибудь еще. I wonder и такой хуёвый друг, как может показаться. Скажите еще, что вы в гостях не едите. Не поверю, не поверю вам. Сейчас бы в гости не поесть, приходите. Я просто представляю, как у меня друзья сейчас сидят, смотрят стрим таким, да, да. Да, Маша, да. Ладно. This is Anne Rogers, Marissa's mother. Marissa from Blackwell. I need to talk to you about what your daughter did to Marissa in class today. I'll be keeping Marissa home with me tomorrow. At this point, I'm not comfortable sending her back to school at all. I don't know if your daughter is having trouble adjusting or what, but this needs to be addressed. Говорит, я хочу поговорить с вами по поводу того, что ваша дочь сделала с моей Марисой недавно в школе.
Я не знаю, это у нее проблемы с воспитанием или характером, или что там, я не помню, что за слово было. Но нельзя оставлять это безнаказанным. Битрейт! Опять упал! Ты мне надоел, шакал! 0,7 тысяч! Что вообще? Что не так с ним? Что с ним не так? Я не понимаю. Ой. Я добрый, друзья, Айфан. Они сами рофлят с того, что я к ним поесть приезжаю. А я шучу. Что, серьезно, я не хочу, чтобы мои родители это услышали. Говорит, твои родители уже знают, я видела имейл у родителей у твоих на компьютере. Shit. Говорит, блин, что случилось? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I... Чё, мать её, преувеличивает или что? I'm telling you, it's или что, stupid. Что такое? Что? Чё она делает? The boss sound awful. Ладно, пусть рассказывает, что случилось. Come on. You've gotta tell me what. Давай, ты должна рассказать мне, что случилось. Я же твой лучший друг. I'm your best friend. Битрей! Ты мне надоел! Ты мне надоел умирать постоянно! Это невозможно! Я так не могу! Я так не могу! Притом он падает, а потом поднимается до каких-то цифр, которые у меня в бейсе вообще не стоят. Он ноль, а потом 11 тысяч. У меня максимальный битрейт 6 тысяч. Что, блин, с ним не так? Мне кажется, мы в другой день будем проходить этот эпизод, потому что это просто дичь какая-то. Но это невозможно. Просто этот постоянно падающий битрейт меня это просто максимально напрягает. Это ни хрена не нормальный стрим. Я так стримить не хочу. Поэтому я выхожу. Вот. Я недовольна крайне тем, что у меня сейчас происходит тут. Где вообще мой помощник? Чё, брат? Я недовольна. Я очень недовольна, ребята. Это просто беспредел. Я не поставила в ОБС 11к битрейта в мерк. Я же говорю, у меня максимально стоит 6 тысяч. Но он подскочил сейчас до 11. Хотя у меня в настройках этого нет. Я ничего не ставила, поэтому... Ой, это что ж такое-то? А где посмотреть, что я недавно слушала? Ну это просто невозможно, я не знаю, ну реально невозможно нормально стримить, когда вот такое вот происходит с битрейтом, просто какой-то трындец. Падает, и падает, и падает, и поднимается. Просто пипец. У меня жопа сгорела. Вот. Да я еще постримлю плюшку просто. Ну реально, это невозможно. С таким битрейтом стрим продолжать. Но он сейчас опять упал до нуля. Что это такое? Что? У меня компьютер ничего сейчас не качает. Вот вообще ничего. Ничего не качает. Просто взял битрейт, упал в нулину. Что не так? Непонятно. Никто дома ничего не качает. Никто интернетом дома не пользуется. Он, блин, продолжает падать. Он продолжает падать. Ой, ой. Вот. Недовольство, клятый битрейт, какого черта ты падаешь? Это просто невозможно! Невозможно! Вот. Все. Ну, реально, мы пройдем в другой день, например, я не знаю, завтра я буду... Вообще, завтра я планировала кое-какую другую штуку постримить. Я не знаю, носила ли кто-то из девочек или нет, поэтому я пока носить не буду. В общем, стрим будет следующий завтра, он будет, я думаю, довольно фановый. И по другой игре. А Life is Strange мы обязательно допройдем этот эпизод, тем более, что он вроде как короткий. Ну, недолгий осталось, я думаю, нам недолго. После этого поиграем во что-нибудь другое. Например, у меня есть Ларка, последняя, в которую я, кстати, не играла, и в которую, возможно, я бы хотела поиграть. Как минимум, мне очень понравился трейлер с DLC про Бабу-Ягу.
Я бы хотя бы из-за этого поиграла в Ларку, но не знаю, насколько интересно вам будет это смотреть, поэтому посмотрим по ситуации, что там дальше у нас по играм. Еще я хотела поставить донат гол на Sea of Thieves. Но не сегодня. Уже на следующий стрим, может, через стрим посмотрим. В общем, да, Life is Strange допройдем, когда на Твиче починит битрейт. Беспредел. А я, да, я на сегодня заканчиваю стрим. Спасибо, что пришли. Пусть получилось так уж недолго совсем. Обидно. Обидно. Я хотела спокойно сегодня постримить. Но реально невозможно с таким битрейтом сейчас сидеть и стримить что-то. Не плюшка, не пираты будут. Будет совсем другое. А, пираты сабгол. Все, я уже... донатгол. Я сморщ, извините. Я уже запуталась, я столько всего сказала с тех пор, и забываю, что задержка у Твича идет. Вот, в общем, да, мне понравились. Я видела, тоже играла. Они же каефные. Так что у нас будет донатгол на пиратов. Так, ладно. Пардон, что короткий стрим сегодня такой получился. По-моему, в общей сложности около 2 часов. Я постараюсь постримить обязательно несколько раз подольше на неделе. Тем более, что вроде как я более-менее поправила режим. Битрейт упал, у меня горит жопа. Я не могу. Как вообще это происходит? Я не знаю. Ладно. Ладно. Извините, что недолго, приходить завтра на стрим, ориентировочно часов в 6 вечера, но это не точно. Анонсы в группе ВКонтакте, вступайте. Я на сегодня стрим заканчиваю, хорошего вам вечера и